Здрасте. Ну, тут ПВЗ. Эклис. Так, а что такое? А, понятно. Еще челленджи подвезли. Вот этот, говорите, сделать, да? Угу. Ну, есть, да, в этом смысл. Типа он будет очень силен с этим, с первобытным горохострелом. 3 раза реально урон усиливает. 3 раза. Сколько ж стоишь-то ты? Ну, я помню эту, да. Я не... Я просто мысленно думаю, как ее пройти. Тут вот эти вот говножуи, вот эти вот, они очень быстро идут и все на своем пути сжигают. Им насрать просто. И они в конце на каждой дорожке идут. То есть одну дорожку я грубо взрываю, другую на другую дорожку кабачок ставлю. Вот так вот. Ну понятно, тебя нужно брать по-любому. Потом кабачка. Ага. Потом. Не накоплю. Вот они, кстати. Не, да, тоже нет. Там же их по двое идут, да. То есть одного-то, ну да, он как вылезет, второй ему сразу пропишет плюлей. Теоретически, а вот тебя по-любому можно взять. Вот этих вот ребяток, они как бы и ставить на одной линии, да, всю линию утыкать ими. Там поставить кабачок, пока этот выйдет, их сразу приписюлит, да. А все, и пока они будут идти, да они так быстро идут, что их убить не успеют. Взять минку, да, поставить под конец. И они, так как они идут по двое, а минки всего по 25 стоят. Я как раз к концу боя их навыставляю в конце. Давайте вот так вот попробуем. А, тут же еще ветра эти, блин, дуют. Да. Сюда будем сажать. Тут же ветра еще, точняк, блин. Короче, все самое жопное здесь, да. Да. Так, вот так вот. А те вот так вот. Надо было только подсолнух посадить. Ну и ускорение надо будет убрать, конечно же. Ага, идет. А. Так, это тебе, кстати. Ну, нормально. Так, ускорение уберем. А то уже страшно. Да. А, как хорошо получилось. Сейчас как раз это еще откатится, да? Угу. А тут вот так вот, да? Ты... Не понял, я ведра тут не вижу. Ведра сюда не выходила. Так, вот с этой. Угу. Вот сейчас будет ветра, да? Ага. Ну да, понятненько. Да. Денег бы кто дал, да? Классно было бы. Да, здесь ставить это вообще бред. Нужно заново начинать. Потом под конец типа продать и поставить там минки. Ну может быть, да. А может тут где-нибудь впереди ставить их. Мне всего-то надо 2 дорожки закрыть минками. А, быстрее. Понятно, что тут тебя будем ставить. Но они 300 стоят. Если бы я их покупал в первую очередь, у меня бы лучше все получилось на самом деле. Чем за медлюхи. А, вон она в чем. Косичина-то. От тебя мы убьем, да. Так, вот так вот, да.
А хорош. Ритл не понимаешь ли. Бег, кстати. Он стырил, да? Я правильно понимаю? Так, тут поставим тоже. Давай там, ага. Так, не, тебя заморозим. Тебя заатакуем. Угу. Давай быстрее. Уже дойдешь? Во! Отлично. Тебя только надо заморозить. Ага. Так, это тебе. Давай, 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 там бей уже. Угу. Да, да, сделаем так. Ой, ты чё, куда? А, не, нормально все. Ух, так. Ну, тогда цветочек, конечно. Цветочек. Во, пойдет. А чё, а мы минки? Ну, короче, ладно, что-нибудь придумаем. Блин, они так быстро идут, если честно. О-о-о. Вот это сюда вот так вот поставим, да, еще одной. Часто денег побольше вроде должно быть. Да-да. Ну, с ними вначале полегче, даже легче, чем со звездами, да, заметили? Я даже верю, что они справятся. Смотрите, что творится. Ай, не могу. Не туда поставил. Ай, блин. Повезло. Реально просто повезло. Вы сильные ребятки. Ай, хорош. Еще так много денег тыришь. Как ты смеешь это делать? Нечисть. О! А что это? За капец на сдачу, что ли, что там накидали? Ну, не знаю даже, делать мне мины. Я бы, знаете, бы еще бы по ряду выставил. Да, сейчас, конечно, полетят, поедут вот эти вот. Но тем не менее. А почему не вниз, да? Почему туда? Хотите вы спросить? А потому что... Во-во-во! Блин, парни, вы вообще сильные, да? Вам это говорили? Нам постоянно это говорят! Да, мы сильные! Сразу погашено, да? Да? Дойдете, может? Ну ладно, не буду тебя продавать. Я сейчас денег накоплю, тут и мины поставлю. Че я сделал только что? Я выкопал, да, его? Класс. Ладно, не дойдут, я уже понял. Тем более, мы сейчас сюда третьего поставим. Так, вот сюда. Вдруг пройдут, да? А если пройдут, на минах подорвутся. О, идут. А, ну это другие. Это не те ребята. Что творится, да? Что творится? Зачем сюда? Не знаю. У меня нет смысла, наверное, еще ряд делать. Хотя всегда есть смысл делать еще ряд. Так, вот это последняя волна пошла. Вот они. Вас мы сразу, да, подзрываем. Вас мы, короче... Ага, тут мы что-нибудь поставим такое. А. Вот. И насрать. Да? Смотрите, смотрите, смотрите. Он прошел, но все равно похеру. Поставим тут минку. На всякий там случай, да? Ладно. Ха-ха-ха-ха.
Да-да-да, и вот с этими горохострелами, а все такое легкое оказалось в итоге. Ну хорошо. Оу. Но это тоже может быть одним, если честно. То есть это... Тут их может быть хоть 1000 дорисовать, но он может быть один. Ну нет, кажется, было больше одного. Так, вот туда это... Воу-воу! Насколько легко! Я так пыхтел над этой... Над этим испытанием. Один первобытный горохострел. Все. Затащил просто. Офигеть. Даже обидно чуть-чуть. Я вот эти хотел еще. Давайте уж попробуем. А тут что у нас? Почему я тогда ее не прошел? Лопат тут нет. А, я вспомнил. Не потерять трех... Все. Да. Не, и с ней я пока не знаю. Потом, тут я подумаю, она... Бежать быстрее, бежать отсюда. Допустим, никто этого не видел. Но тут-то нельзя потерять больше трех растений. Но! Тут-то эти говножуи, которые из лазера своего пуляют. И если их быстро не убить, то как бы они 100% убьют какое-то твое одно растение. А быстро их убить можно только всякими... гранатами, ну, короче, этими взрывашками. Но взрывашки использовать нельзя, потому что они тоже являются растениями. И поэтому нужен жестко сильная, как бы, ауешка, которая по линии стреляет. Которая быстро их сможет убить. И их как раз настакать к тому времени, и тогда будет ок. Ну, у меня кроме... Где? У меня кроме вот этой херни, да, бумерангов, нет ничего такого. А, у меня теперь еще есть вот эти ребята. Стой. Реально. А если их, а, это, да? Насвапать на максималочку? Ну они 5 линий, ну 5 линий вроде бы как бы нормик, да? И арбузы уже, ну арбузы тоже туда не очень подходят, потому что... Там очень много паков, потому что там же постоянно палатки ставятся, и очень-очень-очень много паков. И ты хер что успеешь сделать. Шипы тоже не работают, если что, там что на шипы палатка, если падает, то это все, шип умирает. Вот такое. Ну, бананы, да, чисто с бананами. Можно через бананы тоже поиграть, да, к тому моменту. Три банана где-то строишь, да, и убиваешь. Ну, в принципе, да, я смотрю, я уже могу ее пройти лучше. То есть у меня есть. А, понял. В саду дзен ты можешь ее делать. А ты сколько стоишь, кстати? 99, могу купить. Ну, классная штука. Да мне ж по-любому их дадут. 40, но обычно. Но она типа, а у нее так ух, отлетает. Тоже, кстати, да, на этот бой подходит. Ладно, поехали дальше. Я хочу быстрее уже пройти первую десятку, чтобы... А я так и не понял, а удобрения будут? Я что-то где-то видел комментарий, кто-то написал, удобрений не будет. То есть тут... Ну и... Судя по саду дзен, да? Их реально не будет. Ну давай. А без удобрения-то? Ну удобрения, они дают свой кайф, как бы, потому что... ты юзаешь ульту и такой... Вау, ульта! Так, а еще раз, я бумеранги не могу, да, апать. С бумерангами не пройти, потому что они три таргета бьют. Три таргета. То есть, если перед этим мудаком будет три таргета, бумеранг не будет его бить. Ну, понятно, да. И он все равно стрельнет. А если он стрельнет, он одно растение убьет. А их много выходит потом. И они три растения мне убьют. Ну, грибы, да. Грибы как бы уже могут что-то, конечно. Пенек у меня теперь есть. 125 стоит. Угу. Ну, дамажит, да, мы знаем. А он тут взрывается? Не видно. Хитрейт. 0.25. Что вот это число значит? Да. Очень редко дамажит или очень часто наоборот? Это 0.25 ударов в секунду? Ну,
то есть получается один удар 4 секунды. Это short cooldown, а это hit rate. Ощущения разные бывают. Здесь есть еще hit rate, блин? Или это он каждые 0.25 секунд бьет по 10? Ну это тогда имба какая-то. Имбятина просто. Ну он да, в мили дамажит, ну блин. А еще и... Орех. А он еще и такой, то есть его можно сразу свапать. Ну типа у него будет больше броня. Ну и больше он стоит будет. Ну и делается... Нихера себе, 20 секунд. Меньше броня. Меньше, короче, стоит. Ого. Ну да, раз в 20 секунд я их могу, конечно, ставить. И, в принципе, это не настолько серьезно и классно. Блин, какого взять с собой? Там у нас катки какие вообще? Чё мы вообще проходим? Воду мы прошли, да? Где мы? Ну, точно не Египет, но... А, это вообще Сити был. А, мы Джурасиков же проходим. Чем нам осталось, да? Увидели, да? Я на эту кнопку все-таки нажал. Класс вообще. Ой, ты молодец, девочка. Крыться у тебя в щечки тебя расцеловать, но в твои сладенькие. Краш гейм. Я причем много раз так уже попадался, на самом деле. Ну, я так смотрел, что даду, там, как бы, еще не на записи попадался. Мне... Оу! Мина... Мина, или как там? Мина Валерьевна, ну? Учитель истории. Так, это... А, у меня еще три катки, как минимум. Мне чесночок дали. Это сейчас говорит, с чесночком попробуй, да? А попробуй с чесночком. Понял. Угу. На, типа, на вот этих только квадратах убивать. А он раскидывает. Понятненько. А еще и ты будешь. Вау. Неожиданно, знаете ли. Понятно, ты... А, пеньяков я так и не апнул. Сделаем по 75, а потом подумаем. Да не-не-не-не-не-не-не. Слишком долгий, да. Так, хоть 12. Нет. А за 175? 5 секунд всего. И больше броня. Давайте лучше это возьмем. А потом уже там будем думать. Если что... То-то. Угу. Ну тут на урон-то только на одних линиях делать. Нельзя убивать на других линиях, понятное дело. Банан, что ли? Да банан я не успею поставить тоже. Ну, тебя, понятное дело. Кабачок, понятное дело, да. Мангольда нет смысла брать. Он, во-первых, дорогой. Простой орех. Потому что тут откидывалки, да? А, у нас же, блин, пенек. Зачем? Да-да-да. Чесночок нужно по-любому взять. Это да. Это по-любасике. Так. Ну, давайте возьмем тебя, что ли. Против вот этих вот. Картошку надо было взять. Блин, сейчас только что понял. Картошка же спасает. А, тут же птички еще. Так, нет, стоп. А вдруг птички будут только по двум-тум летать? Двум-тум. Тут же птички есть, да? Да, о.
наглая морда вылезла. И вот этот, ну это-то понятно. Птичка-то она назад типа закидывает. А что такое сделать, да, назад, чтобы вот убивать хорошенько? А, ну вот этот-то не жрун ни хера. Хер знает. Ну мне надо, чтобы назад еще стреляла. Единственный, кто может вот так вот реально. Звезда, потому что она во все стороны стреляет, и она будет по другим дорожкам еще долбить. Мне это не нужно. Это я могу взять реально только либо вот этого чувачелоса. Как тебя звать-то там? Это дура какая-то. Дуру, короче, взять с собой. Но дуру с собой брать неразумно. Ты же дура, ну. На дуру рассчитывать? Ну, или тебя, да, типа, чтобы ты назад еще постреливал. Ну, тут, не, тоже какой-то бред. А что можно взять, чтобы... Ну, остается только... Бя, да. Вместо банана, нет. Ну, давай глянем, короче. Не, ну, надо сразу побеждать-то. Кабачок, ну, мне кабачок нужен по-любому. За место перчик тоже бы пригодился. Банан не брать. Так я бананы могу всех разносить на задних линиях, да? Держу их с помощью дуры. Ну, это чеснок тут нужен вообще, к гадалке не ходи. Ну давайте за место перчика его возьмем. А там уже что-то порешаем вопросик-то. Ну, можно ускорить, у меня 41 тысяча. Надо купить там. Так. Просто... Докуда он докидывает, мне интересно. Допинывает. Да, да, поставим. Сюда поставим, конечно. Ну ты не жгешь, понятное дело. А зачем я тот-то поставил? Так вот, да? Угу. И давай там вставься уже. Кусай. О. О. Так, вот сюда, вот так. Блин, надо... Сейчас думаю, короче. Чуть я неправильно делаю, да? Пока он только поверхность не, да. Блин, денег мало. На самом-то деле... О. Так вот, ну. О, сейчас будет выкидывать. Вот так вот, да, значит, она выкидывает. А, ну я понял, да. То есть вот тут-то надо делать. Не, надо сразу нормально начинать. Тут же на... Опять же, очков набрать и по-любому, да, дают. Ну вот этих не нужно было делать, конечно. Тогда... Блин, а как подсолнухи-то нормально посадить? Потому что они еще и сзади, они же криво сзади, да, идут вообще вот просто. Так давай, сажайся уже. И так мало места для этого всего дают. Жесть. Thank you.
Не-не, ну не! И мне этих 50... А, дали 55, ничего себе. Ну, то есть, как бы, тут отдают больше просто, я понял. А, в разные места, ну, тоже пойдет. Нет. Поставить. А, ну тут, да, тут только одна жесткая волна. Вот это вот сейчас мы сделаем вот так вот. Вот так вот сразу, да? Да, блин, денег нет. А, взрывается, да, ну понятно. Я там чеснок не поставил, офигенно. А, не, есть на этой линии тоже, да, ну это значит, надо опять переделывать. Значит так, я думал, может, по той линии не будут летать, но они будут летать. Значит, а где мне ставить этих, блин, подсолнухов? Опять жешь. Ну, банан точно нет вообще, 100% нет. Ты будешь, ну... На тебя только будем рассчитывать. И пенек нихера не выдерживает. Мелких-то еще плюс-минус выдержит. А менять я постоянно их не могу. Блин, да... Нормальное начало, ну. Когда денег вообще ничего нет. Давай быстрее! Это не откидываются эти говнюки. Ну их тут много. Довольно-таки. Блин, не хватает денег. Ага. 110, да, тогда 55 дали точно. Будешь пуляться-то? Нихера! А, не убил, да? Класс. То есть она перец не убивает, да, его? Угу. Интересно. Или типа то, что он на лету был? Реально не убиваешь? Быть такого не может. Что там такое сделать можно, да, чтобы... У меня, я как бы очень сильно ограничен в пространстве. Если что. А, я не могу тебя... Ладно, с пеньком там идея-то хорошая, но хер что получится, потому что мне нужно больше бахалов. Все же банан бы я бы хотел иметь. А где я это его посажу, блин? Хотел бы я иметь банан. Все бы хотели иметь банан, наверное, да? Кто бы отказался от банана, ну? Да вот только, блин, куда ты его там поставишь? Ага, вот здесь. Вот здесь, но... Я только 4 подсолнуха по факту могу иметь. Потому что тут мне нужно по 2 делать этих пирохострелов. А дальше я не могу делать их, потому что эта мразь закидывает туда.
И вот эта клетка мне тоже недоступна, потому что... Нет, не ешь! Ну ладно. Чё, ты только сейчас откинул разок? Так, сюда. Угу. Значок ставим. Тебе покушать даем. Ага. О, нормальный стан. Так, еще ставим, но... Да, тебе, кушай. Тебе вот это. Я, да, потерял, потому что... Ага, сюда. Да, ну понятно, блин. А нет, можно убить. Ну ладно, нормально. Так, ускорение убираем. Иначе будет габелла. Я туда чеснок поставил, зачем? Не знаю. Не было таких планов у меня, точно помню. Так, вот это сделаем, да? Вот это вот так вот просто. Ну. То есть, блин, да как так-то? Ну вот опять начинается вот эта тема, то что, ну да. Стрел соберешь. Нет, смотри, ты меня. Удивил, ладно, сюда поставь, чтобы хоть какие-то деньги были. От тебя кушай. Не-не, давай вот этих убьешь, а то пусть там стоит. Ждет своего чуда. А сколько мне нужно набрать? Так, чеснок. Тот, ага, ты, да? Угу. Так, вот сюда. И сюда. Ну, прям вот так, как стрел кушаешь. Еще бы что-то там... Нет, смотрите, не его. Так, того надо отхилить. Денег есть. Да, конечно, да. Так, вот это надо брать и вот сюда, да, второй поставить. А как у тебя вообще делать? А можно отхилить? Можно, ничего себе. Ты тоже типа, да, что-то брони. Ну ты-то, сейчас боится, что... Опять. Давай, откатывайся. Прошел, да? Это вот нажимаем, да, здесь. Так вот, да, делаем. Вот это нажимаем здесь, да. Типа супер какая-то волна, да, идет. О, еще с полетчиками будет все. Блин, нет ни хера вот на этого говножуя. И еще и сверху такой же говножуя. Так, это вот вам, сожрите хоть станчик, пропишите, там еще сожрать. Вот так вот сделаем, да? Так, вот этого вот, да? Блин! Проходишь, да, говоришь? А, ну нормас. Хорошо. Надеюсь, ты там выживешь. Блин, мне нихера нету. Мне нужно бахать. Если эти соединятся, да?
Нет, вот это мы вот тут сделаем. Так, вот это мы сюда по-любому делаем. А, понятно. И мне все вот этот испортил, да. 3400, ну я бы, наверное, собрал, да, сколько там нужно было? И все, как всегда, испортил кто? Ясен перец, кто? А он шипы тоже же, да? Закидывает. Вишенку? Да как, зачем, вместо чего вишенку брать? Играть только на взрывах, подрывах, разрывах? Так у меня нет столько КД, блин, чтобы это делать. Да, тем, что он бы типа на задней линии бы откидывал, да, он где-то на три клетки уже откидывает, и как раз бы откидывал в чеснок, и тут бы переходили, да, всех заднего ряда. А какая же разница? А, ну мне не пришлось бы всякую хель тратить назад. Ну, бабы, наверное, по-любому нужны, они хороши. Что реально колючки? Но он на колючки тоже кидает. Или нет? Надо проверять. Заместо чего колючки взять? Эти по-любому нужны. Они так долго восстанавливаются, если честно. А я не могу ничего с ними сделать еще, да? Заместо этих парней. Дорожку в колючках сделать, да? Ну попробую, интересно. Просто что получится. На самом-то деле, это же очень интересно. Да где колючки-то? Так, вот они. Только надо их за самый мощный свечи. Когда они этих жрут, да? Дурочек, когда хавают. Они тут же можно еще и колючки им поставить. Колючки-то меня ничего не сделают. Блин, давай, сделай. Ставим такую, да, штуку и вот такую вот. Сюда сразу. Тебя, конечно. Он уже, да, почти. Опа. Вот он был, вот его не стало, ну. И вот тебе вот так вот. И тоже сразу же. Просто с колючками нам похрен, как они идут, с какой стороны они к фрукту подойдут, да? Вот вообще насрать. Хотят, такое подойдут, но... О, колючки убивают такие. А монгольдов будем хилить. Вот так вот, да? В этом есть что-то. Главное, чтобы он на колючки эти не кидал. Надо было взять картошки. Блин, опять вот тупанул, да? Реально же тупанул. Мне пока тут некого хилить на самом деле. Ага, ну тебя, ну ты, да. Замедляли эти колючки, вообще было бы круто.
вот здесь сразу делать, да? Ага. А, нормально. Тут надо по-любому использовать. Так, они... так, тут надо хилить. О, полегче, полегче. О, быстро восстанавливается. Хорошо. Это пойдет. О, вышел. Кто сожрет? А, блин, туда нельзя ставить, да, туда на чесноки ставить. Так, туплю. Так, ну того монгольда нужно подхилить, наверное. На, угу. Если даже так, монгольда сюда. Так, вот если что сделаем. Так, на шипы кидает, раз кидает. Сверху, да? Плохо у нас все. Вот так вот делаем, да? Последняя волна, значит. Блин, плохо, что они вот... Все, я не могу, вот сейчас могу ставить, вот сейчас... О, как ты хорошо посрал-то, а? Блин, чесночок ждем. Ты пожрешь или кинешь? Так, тут у нас... У нас будешь ты. Так, вот тут пожри. Артур, жрать. На тебе. Есть что тут другое? Давай, перди. Но. Такой ты вообще прочный. Остановись. Я прикиньте, не хватит, да? Я вот вижу, что не хватает. А, хватает. Да. Чисто. Тупо. Ну, забавно. Но тупо. Но забавно, да. Но все равно тупо. 55. И я одного убил. У меня было бы 7600, да. Я его убил не на этих. Не на... Не в ромбике, но... А, защити их. Ну, их хилить, типа, хили их. Это намек на это. Ничего, что-то такого особого нет. Ну, нет, конечно. У-у-у, опять птички. Угу. Угу. Ну, вас по-любому возьмем. И по-любому нужно пеньков взять. Пенёсики, где вы? Угу. Угу. Пенёсики, значит, да? Вот так вот мы будем играть. Ну, этих по-любому назад нужно ставить. Ну, блин, что еще сзади это можно делать, чтобы назад стреляло? Чтобы сзади убивать эффективно. Шипы с дурами? А за место кого шипы брать? Нет, за место тебя? Или за место тебя? Ну, шипы будут эффективны, на самом деле, против вот этих карапузов вообще. Давайте вот так вот сыграем. Давай, ускорим. Угу. Да.
камень каменный. Так. Ну давайте тут делать. Да тут-то тупо. Да пахай уже! Хера себе! Вы видели, что он творил? Эй, ну. Ох ты, куда повернул? Красавчик! Удивил, смог. Как он стрелять начинает поздно, да? Вот так вот, да? Живете, да? Зачем, правда? Так, тут нужно что-то делать. Ага, тебя однозначно. О, идет. На самом деле, бред это все. Так. Ой, надо тебя подхилить, да? Ну я же говорю, бред, смотрите. Не, надо заново начинать. Что-то я слишком далеко начал. Пользоваться чесноками. Да я понимаю, как это со стратегией с чесноками какая может быть. Это на самом деле, да, споров нет. Если ты можешь только две линии держать. Ну, Гаргантюа, похер на чеснок. А в сложных катках всегда есть Гаргантюа. Так что как бы это все ни хера не работает. Как они себе это видят, да? Давай, а, ну ускорь, блин. Это же быстрее и ускорь. А тут, да? Угу. Не, не буду пока. Хотя, можно. Да нет, тогда. Куда ты? Куда тебя срать кинут? Бэ, сверху. Понятненько. Чё я делаю, блин? Пипец вообще, а? Ума палата, ну. Чей раскопал зачем-то, блин, а? Пока так делаем. Вот так вот я хотел. Да как? Что я делаю? Нет, это надо начинать заново. Бред. Три подсолнуха, иди туда. Три. У меня стратегия, тактика была. Давай, ведь с рукой уже. Скорее, блин. Жесть просто. Такая... Я вот сюда хотел подсолнухи сажать. Навряд ли, ну хотя кто знает, как будет все. Ну увидим. На тебе, кушай. И вот тебе, да, сразу. Вот сюда, да, все верно. Так, тебя куда? Отправят. Блин, ага. По разным местам, говорит, хожу. Сначала мне там нравилось, теперь мне тут нравится. Я вообще не знаю, где мне нравится по-настоящему. Блин, говорит. Давай, вас. Да, да. Так, надо следить только за ними. Значит, для этого нужно ускорение убрать, если честно. Ну нет, еще нормально. Покусали, да. Оров нет. Но он еще огурчик. Огурчик. Так, птичка пока не появилась. Появилась только кидалочка. Ну понятно, да, было дело. Ну да, да, сделаем вот так вот.
Птичка еще не появилась. Хорошо. Так, ты хиль, ты чё? Надо все ускорение убирать, иначе вкатаю. Потому что я не успеваю следить за всем происходящим. Осколы еще какие-нибудь птички появятся, и будет вообще жопа. Так, можно, да? Ага, ведро. Во. Ха-ха-ха-ха-ха. Горите, мрази. Так. Хилить. Да, еще одного поставить. Говорит, постоянно хилить их нужно, но 50 денег всего стоило. Не так дорого. Так, они будут сюда ходить. Нет, я подхилим. Ну, птичка, когда которая тут будет, да, они типа идут и будут, я понял, как бы, что птичка, она тут для этого, да? Мне просто интересно. Так, они отхилены вроде пришли. Ага, птичка там, да, все верно, ну. Воу, полегче. Тогда вот так вот делаем, ну. В какую сторону? Только не вниз. Почему я даже не сомневался в этом, да, что он пойдет вниз? Давай только не подсолнут. Кто говорит, а чё? А ты мне предлагаешь съесть. Полегче. Там тебя убьем, короче. Вот тут примерно ты наверх перейдешь, да? Да нет, чё я тут какую-то херню творю? Чеснок там хилить снизу. Ну понятно, что ты туда, но... Ты, то есть проходишь. Охренеть можно. Меня вот они бесят, они большие, они не на заднюю клетку как бы. Давай, пахни сюда. Да, говорит, я там бахну. Только чё толку? Кабачком, да, сейчас разберемся. Блин. Прошел, что? А, его перекинули, скорее всего. Где? А! Ставим, чтобы второй раз такой херни не произошло, да? Так, вот это сюда. Так, вот это сюда, конечно. А. Да. А, мышка! Не увеличил. Конечно, не из-за этого я проиграл, но... Так, нормально. Да, магнит. Ага. Да, еще жду, конечно. Да как там две, птичек? Что за бред? Там два чеснока стояло это время. Ну и опять эти дети съели, кстати. Тогда там мне чесноки нужно обновлять. Я понял, что там нужно делать, но...
понятно как бы просто. Все стало понятно. Ну что-то не, я все правильно делаю, да. Давай быстрее. Я понял, короче. Сюда нужно эти шипы поставить было. А, надо ждать. Аж бесит, тупо. Типа, эти мелкие, да, они сразу сжирают их. Так я понимаю? Да не, на этот раз я не так. Ну, похер, короче, будет так. Тут надо тогда за мангольдами будет следить. Нет, так, вернуться к прошлой тактике. Когда их два было, это было хорошо, на самом деле. Таких жрать будет быстрее. Видимо, карандаши слишком быстро это кушают. То есть они не обламываются, кушают чесночок, да, и все. Я так понимаю. Я просто не могу понять, почему так быстро он съедается. У меня там точно стояло два. Может, они вообще игнорят чеснок, они как бы насрать им на него. Типа, им нравится чеснок. Очень. Что тоже может быть, что нет-то, да? А зачем я так сделал? Ну, так уж чтобы сделать, да. Угу. Так, надо сейчас второго монгольда сюда собрать. Нифига себе, некоторые там даже не доходят, не успевают его коснуть. Ничего себе. Хера себе. Неожиданно, да. Ну такой типа может быть, это рандомчик какой-то, да? Я правильно понимаю? Так, надо их хилить. Вот тут нифига он покоцанный. Так, и уберем сейчас ускорение сначала. Ну как-то слишком же. Ска, куда ты? Вверх, ну тоже пойдет. Угу. Так, ладно, пока так оставим. Это пока вот так вот сделаем, да. Что там у вас, как с чесночками дела? Да, еще поставим, да? Да сюда, конечно, но. Да, да. Так. А че тебе не убили? Ну. Сейчас скоро будет тот момент, да? Момент истины, назовем его так. И все, давай, на сверху тоже его подхилить сразу. Надо этим ускорим процесс. Во-во-во, да, вот он момент, да, типа. Сейчас они сдохли. Да, всегда говорю, во-во-во. А, я понял, до меня дошло. Их просто было много в тот момент, и они быстро много пооткусывали. Все, доперло до меня. Ну, окей, че. Так, вот это да, делаем обязательно. Не-не-не-не-не, стоп, ты чё не ударил? Скорости нет, да, все равно проблемы. Так, вот это я хотел убрать, да, и посадить вот это вот. Там как у нас дела-то вообще? Тебя сразу дохилить. Тебя тоже, да, чтобы когда умажились, уже начинали.
Сливочка, да? О, опять пошли. Ускорения нет. А так быстро все происходит, жуть. Кого-кого, тебя сверху, да, подхилим? И тебя подхилим, да? Не надо, чтобы ты целый. Во-во-во, да? Подхилим. Видели они от него, как отнямкали. Их просто много, и каждый по вкусу делает. А потом еще сразу вторая волна так дошла, походу, да? Даже хилить не стал. Отказался, да? Это все, да? Ну да. Ну, не знаю. А, нет, чем будет, да, это супер волна. Волнушка. Видно, правда, ни хрена. Надеюсь, мелких не будет, потому что сейчас большие там накусают, да? Так, можно мне, пожалуйста, отхилиться? Спасибо. Да не живите там. Живет он же. Ну это все, да, получается? Ну да, это получается все реально. А-а-а. Ну она легкая, конечно же, но... В плане того, что у меня вся запара была конкретно с чесноками. И конкретно с этими мелкими, да. Я не отслеживал, что их там много выходит в тот период. А их, походу, 6 мелких сразу съедают один чеснок. Хоть он... Ну, 2. У меня там вообще 2 чеснока тогда стояло. Хрен знает, как это работает. 125 ты стоишь. Ну, в принципе, да, за 50 ты была очень дешево. На самом-то деле. Насколько ты эффективна за эти 50? Да я вообще без этой мины никогда не играю. Ну, наверное, только на мокрых, да, катках. Да, говорит, мина вообще отличная. Ну, за 125 уже не такая крутая. Да, соглашусь с тобой, Дэйв Рик. Рика Дэйв. Пенни, а что ты хотел, как бы? Это же хард мод. Это тебе не какая-то ванилька, но... Так что бери, что дают. Беру, говорит. Ведь я Рика Дэк. Дэк, Рика Дэк. Рика Дэк. Рика Дэйв, где ты там? Мина Петровна. Не, я хочу на тебя еще... А, тебя еще и бустануть нельзя. Ну, бустануть-то тебя можно, нельзя это. Ну, это, короче. Ну, свапнуть. Что вот это значит? Опять на 5, при каких условиях? Типа, это если бафнуто... А почему она так написана? Вот объясните мне. 4000 дамаг? Ого, он типа любого гаргантюа выносит, что ли? Заряжается 14... Восстанавливается 25. Ну, да, конечно. Она как обычная мина, да? А на третьем уровне... Это типа пишут, да, какой радиус у ней? Две клетки вперед, что ли, получается? Это же вперед, это назад. Это вертикаль? Не, горизонталь, вертикаль, да? Наоборот. Вертикаль-горизонталь, да. Но она за 25 косарь 500. Это за 125 4. Но она также заряжается. Но она не такая, да, крутая, конечно, как в этом, в ваниле. Споров нет. То есть даже при условии, что в ваниле она первого левела 2800, кажется, дамажит, но она уешит сразу же 3 на 3, да? Или там еще даже больше, чем 3 на 3. Там еще клетка снизу. Ну да, я знаю, короче. Ну будем смотреть. Ну она на пятом уровне. Ой, на третьем, на пятом уровне, ничего себе. На третьем уровне 5 на 5, кажется, да? Я правильно увидел? Сейчас так думаю. Не буду смотреть. Ну, ее взять, да, под гаргантюа, конечно, нужно. Споров нет. Она ж будет его ваншотить. Тут никаких условий нету, да? Только на жопу защищать. Прикрывай, говорит, только свою попу. А иначе все, габелла. Это да, это да. Значит, тут колючки не нужны. Давайте вот так вот сделаем. Уберем тебя. Берем колючки. Звезды. Ну, звезды везде. Я все хочу сыграть через эти, да? Тоже тут не нужен. Вот через этих ребят все хочу сыграть. И через них, да.
И... Ну, 150, да, это вроде бы эффект, да. Держать на расстоянии, да? Это же эффективнее. А, кстати, блин. Дамага меньше. Я не знаю, как ты дамажишь, честное слово. Ну, когда откидываешь, стоит дороже, да? И восстанавливаю. Ну, будет... Что два из трех? Пуш, пир, ли... Это типа листиков. У каждый листик может по два раза, а тут каждый листик по три раза, да, откинуть. Ага. Угу. А за 75 ты... Ну, а давайте вот так вот попробуем. Ты хорош! Нину Петровну обсуждать. Может, ей не нравится, когда ее обсуждают. Я думаю, что ей по-любому не нравится, когда ее обсуждают. Так, взять вот этого вот. Взять куда? Обязательно. Да, банана что-то не надо. Типа тут с этими идеями, да, захерачиться. Обхерачиться, захерачиться. Угу. За медляху за 150. Понятно, это не зайдет. За 150 могла бы зайти, да нахер только надо. Если хочется, да, то есть говорит нахер надо. Хочется и все тут. А задний ряд, ну типа, ну давайте это баба возьмем. Блин, баба. Брать на задний ряд. А если этот... Гаргантюа, он по-любому его отнесет. А чё бы и нет. А чё мне, говорит, стоит, да? Дом построить, блин. Ну, давайте вот так вот сделаем. Посмотрим. Нет, нет, да, да, как говорится. И ускорим еще. Так. И тут нельзя задний ряд ничего строить. Хера себе. Неожиданно, знаете ли. Ага, да, вас эта штука убивает. Это хорошо. Угу. Ага, ржут еще что-то. Еще идут, ничего себе. Полдвое уже. У меня так на вас не хватит этих штук-то. Ну ладно, справляется. В принципе, пока, да? Вот так вот, да? А, быстрее. А ты перекинешь сейчас его, что ли? А. Нихера так вот сразу. А я мину не взял. Реально. Я не взял мину. Ну ладно, что тут сделаешь? Я хочу просто переигрывать. Но мину я не взял. Оу. Люди в деле выгодны. Сейчас бы мина, да, вот тут как бы бахнула. Ну да, ну да, конечно. Я гений просто. Надеюсь, выдержит. А чё не убило-то? Я не знаю, денег просто нету, да? Ладно, понял все. Я мину не взял, реально. Чё за бред? Так тебя зато взял, офигеть. Ну,
понятно, что вначале с минами ты ничего не сделаешь. Как же по разнице, есть они у тебя, нет. Но против Гаргантюана бы зашла. Она бы его ваншотнула, я бы не тратил бы столько денег. И я бы еще бы один горохострел как минимум бы сделал, по-моему. Опять же, да? Насколько сейчас колючки бы зашли, если честно? Вообще тема про колючки, да? Ну тут Гаргантюа все колючки мои сломает. Кажется, мне насрать на твои колючки. Нашел грех чем удивить. Колючками. Ну ты приколист, конечно. Так, где он? По этой, да, пойдет? Блин. Так. Вот это сюда. Это сюда. Ты откидывать-то начнешь уже? Да, смотри-ка. Ну опять так же вкатал, если честно. А сколько у тебя? Четыре. Четыре косаря, блядь. Я говорю, похер. Вообще срать я хотел на твою мину. Че еще предложишь? Больше меня всего, конечно, убило то, что... У меня нет в начале денег. Я сейчас две катки записываю, это думал, что записываю, оказывается, не записываю. Столько говорил, столько там информации поделился, такой информации поделился. Ну да, ну да, ну да. Обидненько, короче. Такая жесть. Ну я сама вкатываю пока. Я не дохожу, не могу ее пройти, чисто на скеле не вывожу. Мало что знаю про растения и как бы не знаю, как что где можно применить качественно. Вот. Это загвоздка. Не могу убить Гаргантюа. У них 5600 хп. Одна мина их не взрывает. То есть она 4000 вносит. Это конкретно Гаргантюа в этой катке. Самый жирный. Я ничего не могу с ними сделать. 1-2, конечно, легко. А когда их 3? Их же еще эти рапторы подкидывают вперед. И сразу вперед их выносят. Если ты их где-то не застанил там на подходе. Значит, по-любому тебя нужно брать. Ну, давайте вот так вот, короче, будем что-то делать, пытаться. Ладно. Такой вариант, не знаю. Я много других... Я с бананами играл, с горохострелами от этими... Чё так они делал? Вообще, как начинает больше двух гаргантюа выходить, все начинаются жесткие проблемы. Прям нереально жесткие проблемы начинаются. И ничего сделать с ними не могу. То есть я... Знаете, мне нужно дожить до последней волны, чтобы у меня все были, это, газонокосилки целы, чтобы выжить. Потому что я представляю, что на последней волне... Я даже ее, если что, не видел еще, последнюю волну. Она еще для меня секретом является. Я даже ускорение уже не включаю, потому что не успеваю думать. Нет, все правильно делаю, да. Все делаю правильно. Еще, я бы с половиной вообще бы медленнее бы как-нибудь можно было бы сделать. Впервые во всех этих башенках хочу сделать помедленнее. Ну это прям, когда три гаргантюа, их нужно разносить, их нужно расконтролить, потому что у меня нет дамага, который способен их убить. Они в любом случае дойдут. Не потому что они быстрые какие-то, а потому что их рапторы будут подпинывать. Рапторы, еще другие. Тут проблему динозавры, да, устраивают. Устроивают еще какую проблему эти динозавры? Такую проблему мне еще не устроивали никогда. Ну, сейчас можно чуть, конечно, ускорить. Все, хватит, уже страшно. Идет что? Ну, с ним мы справимся. Он для нас не проблема. Поставилась? Ага. Ты будешь дамажить?
Да, да, можно смотреть. Так вот, да? Да блин! Покупай! А, сейчас будет жопа. Сейчас он вылезет и будет жопа. Там нужно просто еще раз застанить. Жопа будет 100%. Я сверху не... Ну вот она, жопа пришла. Ну ладно, можно вот так вот делать. Нет, все, я его не убью, кстати. А, ты... То есть вот так вот, да? Представляете, да? Два. Два. Их два. Одного боксчо просто взяли и сожрали. И нас посрали. Ищи просто ам-ам и все. И как вот тут играть, блин? Ну и да, я сглупил, что не поставил. Где реально, мне вот в таком раскладе Гаргантюа нечем убивать. Кроме как двумя минами. А когда их двое, как мне их убивать? Не, это бред, вообще бредятина просто полнейшая. Только так. Ну, кабачок и мина убивают, да, потому что кабачок косарь 800 и мина 4000. Ну, когда их много, что делать, я просто не знаю. Создать очень много урона. Тут проблема в том, что они закидывают все вот в эту область. То есть вот тут строить ничего невозможно, потому что динозавры ходят. Да блин, сейчас... Да... Задумался и все сейчас. Ну не, хотя ладно, выгляжу пока. Летунами я понял, как справляться. В принципе, не проблема. Так сразу, да, тут делать. Туда прошли. Потому что там я не сделал, но... Летунов просто перекидываем, и они уходят. А нам тут не интересно. Ловить тут, говорит, у вас нечего. Не классно, не прикольно. Так, вот тут отделаем. Так, ну давайте ускорим чуть-чуть. Это вот так вот. И тут бывает много, не один, да? Так. Да, ну, один. Ну, откидывай, похер вообще. Давай быстрее, откатывайся. Куда ставить, блин? Вверх-вниз. Да в оба места надо, если честно. Нихера, все равно они кусок от него отожрали. У него 7 косарей хп, блин. Деньги про запас иметь еще. В принципе, ну вот сюда надо тоже, да, бокс чё ставить. Будто они умрут на шипах. Ага, вот это вот сюда, верно. Сейчас будет два гаргантюа. Насколько я помню. Идет.
Поставился. Угу. Посмотрим, сможет ли он. Интересно, а его я ничего ни разу не видел. Его откидывает? Откидывает, отлично. Угу. Не, ну понятно, тебе хана. Сейчас, да, сделаем. Денег у меня, да? Немерено. Ну что это толку-то от этого? Надо какое-то еще мощное растение брать к этому моменту. Да, как раз бы что-то. Ну а где? За счет чего его брать-то? Ну сейчас будет, два гарганчуа, насколько я помню, да? Сразу денег до хрена нужно тратить. Ага. Захерачили. О, идет, да? Ну тут выдержать должны. И урон есть. Главное следить. Да-да-да. Ой, надо этого хера же. Я же говорю, выдержать. Давай быстрее. Не-не-не-не. Блин, ай. Сейчас он, походу, да. Да ты чё не поставился-то? Облажаюсь, короче. Вообще легко. Кабачок был, да. Он успел, успел, отлично. Повезло. Как тебя хилить. Денег просто немерено. Не на что тратить, вот просто не на что. Все нормально, да. Все отлично. Там башка что-то попала, думаю, там палка была. О,
верхнего тоже надо. Ну. Вот их двое, да. Так, а как тебя? Я не знаю. Тебя тупо вот так вот, короче. Ага. Успел откинуть. На тебе еще пока постой там, побей. Так, ты должен сейчас бах ударить. Блин. Давай. Где идут? Вот идут. Еще он сверху, да, идет? Ты поставился, да? Да, ну, нормально, не страшно пока. Вот это вот то, что там идет. Двое, да? Это жесть на самом деле. Видите, он не успевает просто. Закроем. Тут кабачком попробуем что-то сделать. Ага, убили, отлично. Там главное, чтобы мина сейчас появилась, да? А там нету мин? А, она взорвалась. Угу. Сверху идет мерзота такая. Ага, отлично. Отлично. Так, тебе. Блин, да нельзя проходить-то. Блин, тут ствола, такая жесть, да? Ну это тоже, да, что? Попахивает, да? Жестким обломом. Да, сидите мимо. Да, конечно, сидят. Да, ё-моё. И даже не последняя волна. И как до последней дойти, я хрен знает, да? Давайте последнюю волну, пожалуйста. А, ты его как бы это забил, я понял. Типа супер волна идет, да? И в надежде, что они сейчас все просто будут. Потому что, ну, я не знаю, что мне делать. У меня даже денег уже нет. Да дайте хоть соточку-то. Чтоб я тут застанил, чтоб они все вышли. Все вы, все, надеюсь. Ну я просто, если они это все, что есть, то я, возможно, победил, конечно.
пока. Ну давайте ускорять, что мы сможем сделать, да? У меня одна волна пустая, ничего себе. Блин, были бы, да? Подсолнухи были бы, было бы круто. Кстати, я хочу просто две газонокосилки сохранить. А, типа, понято. Типа, если встанет, они типа... Мне бы минку одну, да? За 125 денег. Давай ты там мне уже денег дашь. Давай, вылезай. Ты мамочинка. Блин, их... Они криво едят. Идут. И убрут все. Блин. Я должен это сделать. Давай. Это сейчас все равно, блин, говнятина ты такая, а? Да что я творю, да? Какая в группу разница? Будет увечать, да, газона... Две или одна будет газонокосилки? Это имеет значение. Поймите. Это будет почти победа. О, он дамажит реально 40, видели? Давай, последний, нет? Две газонокосилки, я победитель ваш. Это самое сложное в жаре. Очень, очень для меня было сложно. Я не знаю, почему она такая оказалась сложной. Может, ее такое и задумали, да? Ну, то количество растений, которые у меня есть, и те возможности, с которыми я могу и знаю о них, мне не дают ее нормально пройти. То есть видели, да, как я ее прошел? Вот таким способом. Я перепробовал очень много вариантов. Я тут 2 часа сижу на этой катке. Мне она понравилась. Она про башенки, она реально про башенки, про знание башенок. То есть ты должен найти те башенки, которые способны это совершить, да? А не вот этот, двигай тележки, блин. И жди, когда тебе прокнет подсолнух. Это реально хардкор, это прикольно, это забавно. И тут-то, и вот хардкор это когда, как это сказать, когда газонокосилки, да, они являются частью игры. Ну ты на них рассчитываешь, на то, что они будут использованы, они часть ее, то есть та часть урона, которая позволит тебе пройти последнюю волну, да. И если, а без газонокосилок ты даже не видишь победы. Вот это называется хардкор, как бы. А не когда, ой, блин, мою газонокосилку это истратили, все, я начинаю снова и сам себе придумываешь хардкор, блин. Да, да, ключ, да, не флейта, точно, да, и он не будет на ней играть, Пенни, и никуда тебе засовывать его не будет, все верно. Ух, это было жестко, мне понравилось, хорошая каточка. Я все-таки это сделал, я все-таки победил. Я все-таки молодец. Это что такое? Я такое не помню. А, это будущее, наверное, да? А, 4000 год, все понятно. Да, да, да. Да, точно, будущее, да. Ну я не буду сейчас ее проходить. Я уже как бы это... Все, я и так на этой катке засиделся. Я не буду, понятно, показывать, как я Догана. Я очень много Догана не сидел. Очень много тактик всяких попробовал. Вот это сработало, вот это смогла, как бы. Чисто через танчик. Я купил за 99 кристаллов себе дополнительную ячейку, потому что, ну, без нее вообще никак. Покупать каждый раз за 1000, я подумал, что это бред. Я почти, смотрите, все истратил. Я покупал золото, апал растения. Что только не делал, как бы. Ну, мина, вот это, да? А, во-первых, 1-1 дамажит. Апнуть ты ее не можешь, чтобы она хотя бы 3-3 дамажит. Хотя бы какой-то от нее профит реальный был бы. 4000 дамажит. У этого долбанного Гаргантюа... Вот смотрите. 3600, да? 3600, да. 3600, все верно, но... Тут вообще их не было. Где ты? 3600, все правильно, да, у этого. 4, да, 4. 3600, но... 3600, да. 5400.
5, мать его, 400. И это жесть просто. Это невозможная, пренивозможная жесть. Чтоб нанести эти 5-400, мне нужно одна мина или один кабачок. Даже, да. Либо... Ну, кабачок профитнее. Я как бы можно, да, типа брать... Как его, где он? Где ты? Где ты? Мина дамажит 4, кабачок косарь 800. Казалось бы, да? Банан и мина, да? Должно было как бы... Но нет, он 1300 дамажит, еще соточка остается. И ты там во всем, ты там постоянно во всем ограничен, блин. Если бы можно было банан, например, апнуть, да, но я не могу. Мину апнуть, ну хотя бы профитно было 3 на 3 бы дамажило, да? То есть с профит был бы, не могу. Ничего не могу. Это типа неплохо себя показали, да. За 75 вообще. Баба-ягодка опять просто. Не, баба-ягодка Мангольд, во. За 75 баба-ягодка Мангольд. Ладно, я ее сделал, я красавчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!